И вот процесс подготовки. Вика устанавливает камеру. Опа! Вот она как, да? Если снять меня, как я начинаю подготовку, здесь хоть все серьезно, у меня очень смешно. Мне тоже так раньше было. Так, а теперь садись, я буду на тебя настраивать. Эту камеру отключаем, а эту мы включаем. Мотор. Камера! Привет! И вот, я наконец-то в гостях у Вики. Я дошла, я прибежала. Вика, привет! Приветик, очень рада тебя видеть. Такой хороший день выдался, солнышко, погода радует, наконец-то тепло. И мы решили снять в этот день для вас влог. Влог и интервью, да. Лена мне хочет задать несколько вопросов. Лена, слушаю и буду отвечать. Да, первый вопрос многих интересует, так же, как и меня. Когда ты начала снимать влоги, видео? Первые видео я начала снимать, когда еще ютуба в помине не было. Еще интернета не было. Были такие времена, и я в них жила, и я уже была взрослой. У меня родилась Маша, у нас была видеокамера. Это была кассетная видеокамера. Была большая такая камера, профессиональная, знаете, как у операторов настоящих. Вот у него такая я камера. Я помню была. Такие камеры. Да. Выпускной в 9 классе снимали. Вот эту пальту. Потом мы купили камеру меньшую, но тоже кассетную. И я уже сама начала снимать, и мы с Машей снимали сказки. Мне Маша даже говорит, я так помню, как мы с тобой снимали сказки. Я очень не любила играться с детьми. Для меня вот это было, мама, давай поиграем, самое страшное предложение. А я понимала, что надо поиграть с ребенком. Но вот эти куклы, вот это все, я и в детстве не играла с куклами. У меня был любимый Мишка. А тут вот у меня дочка растет, и в куколке она любит играть. Ну и в общем, какой у меня был выход из положения, когда мы купили камеру, я была самым счастливым человеком, потому что я снимала с ней сказки, мы рисовали три поросенка, Маша мне это все, я забыла даже, она мне недавно вспомнила, говорит, мы нарисовали избушку, три поросенка, вот эти разные три домика и кукольный театр. И мы снимали там на полу, размещались это на эту камеру, кукольный театр, а я училась на камере монтировать. Там на камере были функции вырезать, отрезать, соединить прямо в камере. Моему ребенку это очень сильно запомнилось, может быть, это даже и послужило каким-то толчком, что она начала снимать. Значит, мы снимали кукольный театр, Маше было весело, а мне было интересно, потому что я монтировала в этот момент. В общем, задатки, наверное, мне были еще давно. Два в одном. Да, потом я купила их троих утят, они ее очень полюбили и за ней бегали, как за мамкой, и мы ходили с этими утятами на речку, и они там купались, и я тоже снимала, кстати, у Маши на канале есть видео. Где-то я это уже видела. Да. Просто где она маленькая, и там 3 или 4 годика, и она с этими утятами, даки-даки. Даки-даки. И тогда... Там был уже живой утенок. Да, трое живых утят. А, трое живых, я сейчас еще думала, что это настоящие. Да, я и купила таких питомцев домашних. Пересматривала я недавно эти видео, и заметила, что я уже тогда снимала, как будто бы комментируя для ютуба. Это было для меня открытие. Я смотрю, думаю, ну кому я снимала? Я же для себя снимала. А там, а сейчас мы идем на Днепр. А что наши утят? А Маша? Вот это были первые мои видео. А камера у тебя осталась та самая, которую ты снимала? Ого! Можно? Тоже понимаешь, все было у меня с самого начала. Изначально у меня такая камера. Я об этом думала, потому что я вот так вот уже могла снимать. Панасоник. Это японская или нет? Япония. А, вот так вот. Вот где зародилось блогерство. А потом? А потом я стала стремиться к лучшему. Сейчас у меня уже того фотоаппарата нет, но у меня еще был Canon, похож на этот, но он был без поворотного экрана, потому что здесь у нас тоже вот. Вот это вообще супер вещь. Да, это очень. Это теперь моя мечта. Вика меня заразила. Он говорит, тебе нужна эта камера. Я посмотрела, точно. Canon J7X. Ну, а после у меня появился уже вот совсем недавно Canon 700D. Я купила, на которой мы снимаем. Так, ну есть еще один вопрос, который, наверное, многих волнует, подписчиков именно канала Волнистик ТВ и Jazz Life Home Online. Это какое бы животное, Вика, ты бы могла завести себе, хотела бы завести, но по каким-то причинам ты этого сделать не можешь? Собаку. Почему?